Иан Гиллан — это человек, который любит бросать вызов. Но выйти на сцену с маэстро Лучано Паваротти и спеть «Нессун Дорма»... Когда Николетта сказала, что Deep Purple будут петь со мной «Нессун Дорма», я спросил: «Ты нормально себя чувствуешь?» «Да». «Ты уверена, что они хотят спеть со мной?» Она ответила: «Да». «Что ж, посмотрим». «Нессун Дорма» — это одна из самых сложных арий. Мне было сложно представить, что такой талантливый и замечательный музыкант захочет так рисковать. Это похоже на самоубийство. Ведь многие уже это пробовали. Я подумал: либо этот парень гений, либо он чокнутый. Что ж, он оказался гением. The secrets locked inside my heart, nobody here will know my name. No, no, till morning, quando luce splendor. Выйти на одну сцену с самым великим тенором за последние 50 лет и спеть песню, которая сделала его известным, его гимн, если хотите. Думаю, Ян добился своего. Отличное выступление. Это было отлично, но в то же время и смело. Как я уже говорил, они нашли мне конкурента, человека, который готов выйти на сцену со мной и добиться того же самого. Да, да, мне это очень понравилось. Это особенный человек. И когда он выходит и начинает петь, он не теряет своей привлекательности. Он сохраняет ее, ведь это очень сильный человек. А для музыканта это важно.